Рев двигателей, крутые виражи, скрип резины – это соревнования по картингу. В честь юбилея Нижнекамска профсоюзная организация устроила сотрудникам завода окиси этилена незабываемые выходные на картодроме в Камских Полянах. Непосредственно заводчане. Было дано объявление, кто хочет принять участие в этих гонках, в этих картинг-соревнованиях. Было удивление большое, что записались даже женщины. Опробовать машины решилось сразу несколько представительниц прекрасного пола. Тем более для них это уникальная возможность потренироваться. Ну, мало того, что я каталась первый раз на картинге, вообще я за рулем не езжу, прав нет и как бы мало знакома. В соревнованиях приняли участие более 40 человек. Поддержать их приехали самые близкие люди. На себя примерили роль водителя даже самые маленькие. Любой ребенок с разрешения родителей мог попробовать проехаться по трассе на картингах или баге. Вы знаете, очень много позитива получаем здесь благодаря нашему заводу, нашему объединению. Спасибо большое им то, что предоставляет нам такие выходные. Хотел бы пожелать, чтобы побольше было таких мероприятий для выхода с семьей, также выброса своего адреналина. Помимо этого, для гостей праздника приготовили авиамодельное шоу, где каждый мог увидеть, как созданные своими руками самолеты на большой скорости рассекают облака. Все присутствующие остались довольны. Никита Бобров, Лисян Саитова, телеканал «Нефтехим».